дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, наши почетные гости. Мы рады от всей души сегодня приветствовать вас на гала-концерте песни о Восточном административном округе. Ваши бурные аплодисменты. Дорогие друзья, 26 августа в нашем любимом, красивом Измайловском парке культуры и отдыха прошел первый фестиваль песни о Восточном административном округе, который собрал огромное количество исполнителей песен и стихов, разножанровых, интересных, веселых и грустных песен о нашем любимом Восточном административном округе. А 9 сентября, когда весь наш город выбирал мэра Москвы, в каждом избирательном участке проходило голосование за лучшую песню от 16 районов нашего округа. И сегодня вы увидите и, конечно, услышите всех лауреатов этого замечательного конкурса. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену. И прежде чем пригласить, хочу поприветствовать и объявить, что сегодня в зале очень большое, я бы сказал, беспрецедентное количество наших почетных, уважаемых гостей. Это префект Восточного административного округа города Москвы Алешин Николай Владимирович. Это префект Северо-Восточного административного округа города Москвы Беляев Алексей Александрович. Это заместитель председателя Московской городской думы, секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Метельский Андрей Николаевич. Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Железняк Сергей Владимирович. Это депутат Московской городской думы Молев Антон Ильич. Это депутат Московской городской думы Сметанов Александр Юрьевич. Спасибо большое. А сейчас я хочу пригласить главных наших героев. Песни о Восточном административном округе. Встречаем их аплодисменты. Дорогие друзья, дамы и господа, вас приветствует префект Восточного административного округа города Москвы Алешин Николай Владимирович. Дорогие друзья, дорогие жители, мне на самом деле выпала большая честь сегодня награждать вот этих прекрасных людей, которые, на мой взгляд, вообще самоотверженно решились принять в этом участие. Потому что вот сейчас мы со всей Санчем обсуждали, что на старте этого конкурса, ну, немногие верили в то, что это будет так здорово, так интересно, так ярко, как это видится сегодня. И, конечно, я хочу поздравить всех лауреатов с победой. Хочу поблагодарить всех организаторов, кто принимал в этом участие, и выразить надежду, что и дальше так же активно, так же самоотверженно, так же ярко вы будете продолжать вот эту начатую работу. Ну и самое главное, что я хочу сказать, что, на мой взгляд, очень тяжело петь о том, что тебе безразлично. Ну, мне кажется, что даже невозможно, уж точно невозможно это делать вот так ярко. И это говорит о том, что когда мы с вами поем о Восточном округе, когда мы придумываем песни о районах, как минимум, они нам не безразличны.
Это значит, что мы их любим. Это значит, что мы дорожим тем, что здесь есть у нас в Восточном округе. Это значит, что мы готовы изо всех сил верить в хорошее будущее, делать его своими руками. Поэтому я надеюсь, что вот такая идея этого конкурса, она будет и дальше жить, и мы с вами вместе будем улучшать все, что окружает нас в Восточном округе. И перед тем, как приступить к процедуре награждения лауреатов, я хотел бы пригласить на сцену и предоставить слово человеку, который все это придумал, который рискнул и на самом деле был идейным вдохновителем и взвалил вообще на свои плечи такую ответственность, как делать что-то новое, придумывать то, что вовлекло всех нас и привело вот к тому результату, который мы сегодня наблюдаем и чествуем. Я хочу пригласить на сцену префекта уже Северо-Восточного округа Алексея Александровича Беляева. Дамы и господа, президент Северо-Восточного административного округа города Москвы Беляев Алексей Александрович. Николай Владимирович, большое спасибо за такие добрые слова. И действительно, они отражают в целом всю, так сказать, задачу и наши стремления, которые мы все вместе в Северо-Восточном нашем округе вот уже реализовали. Действительно, в начальной стадии, когда мы продумывали, а как же нам вместе объединить все усилия, все наши таланты, которые творческие есть в Восточном округе, а их, как оказалось, огромное количество, куда ни пойди, ты всегда натыкаешься на ярких знаменитостей, людей, которые готовы дарить и делиться своим талантом. И вот родилась такая идея, давайте мы сделаем гимн. А с гимна потом перешли уже непосредственно, а зачем гимн? Гимн это очень такой серьезный, фундаментальный какой-то творчество. Давайте мы сделаем просто песню о Востоке. Песня о Востоке, это может быть как о районе, так и о округе. А может быть и просто о тополе в твоем родном дворе. Но это тоже находится, является частичкой нашего округа Восточного. Но я сейчас уже в рамке префекта Северо-Восточного округа. Так сказать, являюсь соседом Восточного. И, честно сказать, уже так смотрю, думаю, вот как здорово у нас получилось. Вот честно говорю, я вам какой-то степени теперь уже завидую как сосед. И хотел бы еще поделиться, вы не забывайте о том, что мы с вами смогли в этом году реализовать не только проект «Песни о Востоке», а также у нас прошло две волны непосредственно проекта «Мои соседи». Так вот, не забывайте, я тоже сосед ваш, точно так же буду реализовывать и стараться быть теперь уже догонять Восточный округ. Ну и Николай Владимирович, действительно, используя такой уже имеющийся хорошую традицию, я очень рассчитываю, что вы постоянно будете ее разрастать и развивать. И мне кажется, мы сейчас должны уже перейти на несколько другой непосредственно уже уровень, не межрайонный, не внутриокружной, а межокружной. Я точно вот сейчас вам даю слово, что, наверное, на следующий год, где-то в середине, мы, наверное, сделаем какой-то межокружной фестиваль и посоревнуемся, и посмотрим на наш. Даже, наверное, это все-таки не с точки зрения соревнования, а друг другу сможем показать уже на большем масштабе. Договорились? Аплодисменты будут! Дорогие друзья, а мы предлагаем нашим префектам, уважаемым, наградить лауреатов грамотами и цветами. Награждается Анекушин Геннадий Николаевич, район Ивановское. Награждается Дуэль Ариев, Мартынова Арина, район Северная Измайлова. Награждается Бузенцов Павел, район Гражданова. Награждается театр песни голосов Пантелеева Варвара, район Измайлова. Виктор Васильевич, район Преображенское.
Батыр и Жигаряев. Район Восточный из Ванова. Награждается руководитель хорового ансамбля «Оптимисты» Борисова Вера Борисовна. Район Огородская. Руководитель хора русской народной песни «Озерный край» Волкова Наталья Ивановна, район Киселев Томский. Сказать, что вот у нас в округе был замечательный Алексей
Александр Ильич, вот он придумал этот конкурс. Ну, вот видите, он только придумал конкурс. Такой хороший. Да? И вот тут же префект нам сделали. Хорошо, недалеко. Говорит, будем теперь дружить районы. Вот Николай Владимирович теперь у нас префект. И могу сказать, знаете, наверное, вот эти мы как раз и сильны. Наш Восточный округ силен дружбой, силен такой взаимовыручкой. И, знаете, я хочу сказать, что у нас в округе просто, ну, наш округ кузница талантов. Талантов различных, вы сами это видите. А самое главное, что мы еще гордимся вами. Вы молодцы. Наши лауреаты, кто сегодня прославил свои районы, все на виду. Подарки уже подарили, а мне хочется сказать от имени депутатов Московской городской думы, от имени партии «Единая Россия», что сегодня мы вами гордимся. Гордимся москвичами, гордимся Москвой. Наверное, такая и должна быть жизнь в нашем городе. Она должна быть интересная, многогранная. Ну, а самое главное, чтобы это было действительно от души. Вот таких мероприятий мало, таких нужно мероприятий больше. Я думаю, что Алексей, наш Александрович, еще что-нибудь придумает нам тоже. Может, мы что-то придумаем. Вот так и будем дружить вместе. Ну, а самое главное, что мы будем гордиться нашим городом и нашей дорогой красавицей Москвой. Спасибо. Да все и так знают. Спасибо большое. Дорогие наши лауреаты, уважаемые префекты, дорогие жители нашего замечательного Восточного административного округа. Но вообще песня — это же такое очень доброе волшебство. Песню можно сочинить только тогда, когда душа поет. Это же признание в любви к месту, в котором живешь, к тем людям, которые тебя окружают. И в этом смысле я вообще считаю, что именно в Восточном округе и мог появиться такой конкурс. Его сложно было бы сделать на северо-востоке. Почему? Потому что именно на востоке встает солнце над Москвой. Именно поэтому здесь самые-самые замечательные, солнечные, творческие, талантливые наши люди живут. И я уверен, что каждому из вас сегодняшняя награда, а также всем тем, кто участвовал, потому что мы знаем, сколько было заявок. Это еще и некое подспорье для того, чтобы чуть смелее заявить о себе, рассказать о тех ваших единомышленниках, с которыми вы создаете эти песни, с которыми вы рождаете творчество. Конечно, это возможность и нам услышать, почувствовать, а дальше и поддержать новые таланты, голоса людей, которые будут показывать не только москвичам, а я уверен, и гостям столицы, а возможно и всему миру, в каком прекрасном городе мы живем, в каком прекрасном, замечательном округе мы творим, в каком замечательном районе располагается дом каждого из нас. Ну и, конечно, я желаю успеха вам в вашем творчестве, нашему округу, конечно же, процветания, а Москве быть всегда юной, прекрасной и самой замечательной столицей на Земле. Дорогие земляки, я присоединяюсь к словам моих коллег. От себя хочу сказать следующее. Как сказал поэт, нам песня «Строить и жить помогает». И действительно, это большое чудо, когда вот слышим эти песни, которые сочинили наши с вами земляки, и душа радуется. Причем песни-то вы же слышали, они сделаны на современный лад. Чуть ли не рэп они читают, но это так здорово. А самое главное, чувствую свою причастность, что и ты живешь в этом округе, и ты работаешь, и в округе, и в Москве. Делаешь все, чтобы жизнь стала лучше, краше, веселее. И действительно, как много у нас замечательных праздников. А вот этот праздник, как говорится, просто песня. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам побольше творческих успехов. Действительно, замечательные песни вы сочинили. И на самом деле я очень не завидую членам жюри, которые судили, взялись судить вот этих замечательных поэтов.
Поэтому, на мой взгляд, все хороши. И победила дружба. Спасибо. Друзья мои, очень правильно и много уже было сказано. Я позволю совсем с такой крамольной мысли начать. Вы знаете, обычно все, что и мы, и исполнительная власть придумывает, немножко дает формализм. Ну, потому что если власть придумала, то это все будет очень серьезно, официально, немножко скучно. И это потрясающий, на самом деле, случай, когда это совсем не так. Это совсем по-настоящему, совсем по-человечески. И это такой замечательный стиль, которого я хотел, чтобы мы придерживались, и наша уважаемая исполнительная власть, и мы как власть представительная, как можно чаще и как можно дольше, потому что на самом деле он про искренние, добрые, честные отношения. Это первое, что я хотел сказать. Второе, мне кажется, что весь этот конкурс, или точнее, можно сказать, фестиваль такой творческий пронизывает, помимо творчества, еще и важное чувство некоторой внутренней смелости. Смелость организаторов, которые на это пошли. Смелость тех, кто представил свои таланты, не постеснялся выйти на сцену и предъявить их огромной публике. И это заслуживает, на самом деле, еще одних аплодисментов. Смелые люди здесь присутствуют. Это правда здорово. Давайте им еще раз поаплодируем. Ну и, конечно, возвращаясь к любимому округу, в котором я родился, провел всю свою жизнь, это... Все-таки, наверное, правда не случайно, что здесь все зародилось. И пусть этот конкурс дальше живет, развивается, заражает своим энтузиазмом и соседей, и дальних соседей. И, что называется, в добрый путь. С праздником нас. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые гости. Мы приглашаем вас занять свои места. Лауреатов мы приглашаем за кулисы, готовиться к своим выступлениям. Дамы и господа, а я объявляю о начале гала-концерта «Песни о Восточном административном округе». Поехали! Прошу вас к нашим почетным гостям вручить диски. С песнями Боря.
господа, на сцене руководитель государственного бюджетного учреждения Центр культуры и спорта Измайлова Прудникова Екатерина и ведущий гала-концерта Буланы Алексей с песней «Восточный округ». И потрясающие зеленые территории, южный парк и сквер брошенный сад. Район Восточный представляет исполнитель Илья Рябинин, председатель молодежной палаты района Восточный и руководитель театра эстрадной песни. Слова и музыка Ильи Рябинина. Песня «Восток,
Москвы. Встречайте, Илья Ильин. Привет вам! Это наша первая песня. Давайте сделаем праздник. Праздник мы забиваем. Ну что, сегодня такой праздник у нашего округа. Смотрите, сколько талантов собралось здесь. Я вас прошу поддержать, в том числе и меня. А то всех песни простой, все вместе. Восточный округ Москвы, идеи и креатив. Восточный округ Москвы, веселье и позитив. Восточный округ Москвы, победы стремятся сердцами. На правильном пути, которому нет конца. Богородские одни вишники, Гальянова и Измайлова. Соколиная гора Перова, новое казино. Преображенские сокольники, мы вместе, это правильно. Восточный, Ивановская, Новогиреево, казино Ухтомский. Восточная, Северная, Измайлова, метро городов. Все это огромный восток Москвы. И он, и я, и ты счастливы, все вместе. Восточный округ Москвы, идеи и креатив. Восточный округ Москвы, веселье и позитив. Восточный округ Москвы, победы стремят за сердцами. На правильном пути, которому нет конца. Восточный округ Москвы, идеи и креатив. Восточный округ Москвы, веселье и позитив. Восточный округ Москвы, победы стремятся сердцами. На правильном пути, которому нет конца. А сейчас все вместе приготовились три раза громко. Восточный округ Москвы. Сначала левая сторона, потом правая сторона, а потом все вместе договорились. Даю отмашку. Восточный округ Москвы, идеи и креатив. Восточный округ Москвы, веселье и позитив. Восточный округ Москвы, победы стремятся сердцами. На правильном пути. Сейчас мы. Восточный округ Москвы. А теперь эта сторона. Оп! А теперь все вместе. И на правильном пути, которому нет конца. Восточный округ Москвы, идеи и креатив. Восточный округ Москвы, веселье и позитив. Восточный округ Москвы, победы стремятся сердцами. На правильном пути, которому нет конца. Илья, мы награждаем вас памятным кубком от нашего конкурса. Спасибо огромное. Пишу вам от вас новых песен. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Хорошего вечера вам. Дорогие друзья, мы продолжаем. Район Гальянова. Район Гальянова. Название Гальянова происходит от слова «гальян», что обозначает небольшую рыбку в юна, в изобилии водившуюся в местных водоемах. В состав Москвы Гальяново вошло в 1960 году. На территории района расположен Гальяновский пруд, где проводятся различные массовые мероприятия и праздничные гуляния. Район Гальяново представляют исполнители Павел Кубинцов и Денис Петров. Молодежные палаты района Гальянова, а также студии звукозаписи Государственного бюджетного учреждения культурно-спортивного центра «Форвард». Творческие, вы это уже видели, зажигательные, активные, веселые и классные. Автор музыки Еремеев Алексей, авторы слов Павел и Денис. Песня «Гимн Восточного административного округа». Встречайте! Давай что-нибудь молодежь. Ну давай попробуем. Это вау, вау, гимн, вау.
кричим, браво, это вау, вау, гейм, вау. Если ты с нами, то кричим, браво, это вау, вау, гейм, вау. Если ты с нами, то кричим, браво, это вау, вау, гейм, вау. Если ты с нами, то кричим, браво. Из всех округов вау, самый зеленый, нам есть чем дышать, и мы чувствуем в норме себя. Наркота не для нас, алкоголь идет мимо, как-то так, ты прикинь, мы большая семья. Я, пацаки на спорте, пальцами в ногте, куда деваться, надо работать. Какие наши годы, нам топать и топать. Вау, на топоте, один мастит из 16 районов, вау. Самый крупный из Москвы, вау. Среди его районов, порталов, домов очень много позитива и приятных слов. Потом каков изнутри, парки, аллеи, крутых, ухоженных, как голода, хоть жаркие дни. Днем нашли свой дом, люди с разных уголков страны. Как и ты, как и ты. И пусть бывает, накатывает какая-то грусть. На такой случай есть люди, друзья или друзья. Возьми, почувствуй, вау, семья. Вау, семья, вау, вау, гимн, вау. Если ты с нами, то кричи, браво, это вау, вау, гимн, вау. Если ты с нами, то кричи, браво, это вау, вау, гимн, вау. Если ты с нами, то кричи, браво, это вау, вау, гимн, вау. Если ты с нами, то кричи, браво. Спасибо! Гарьянова здесь. Спасибо. С вами мы остаемся на сцене, потому что мы награждаем вас вот этим почетным кубком. Спасибо, ребята. Говорите так же весело и задорно. Надеемся встретить вас на совместном. Спасибо. Вы же знаете, как он строит, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ура, аплодисменты. Дорогие друзья, район Богородская. Древнее название района Алымово. В районе один православный храм. Храм Преображения Господня Богородского. Единственный в Москве деревянный храм. Завод «Красный Богатырь». Стадион «Спартаковец». От района Богородская я хочу пригласить, и они уже выходят, караван «Самые оптимисты». Ваши бурные аплодисменты. Коллективу в этом году, в декабре, они отметят свое десятилетие. В репертуаре у них 250 песен. Средний возраст участников 75+. Но есть участники, которым по 87 лет. Бурные аплодисменты. Автор музыки и слов, руководитель хора Борисова Вера Борисовна. Они представят для вас вальс Богородского. Все в нашем городе мир, Богородская.
кубок, кубок нашего конкурса. И ждем вас дальше с новыми потрясающими песнями. Ваши бурные аплодисменты. Роман самый оптимисты. Это Измайловский Кремль, памятник Петру Первому, виноградные пруды, православный храм Преображенского благочиния Московской городской епархии. Район Измайлова представляет театр песни Голосова, Пантелеева Варвара, Козлова Вероника, Ламкина Виктория. Коллектив является победителем многих конкурсов района, округа и города. Слова и музыка. Художественный руководитель театра песни «Голосок» Маякова Олега. Песня «Мы его узнаем точно». Театр песни «Голосок». Район Измайлова. Встречайте. Танцевальный номер «Счастье в горошек». Встречайте!